крючок, он... Ну, у нас сейчас на улице, если вы знаете, да, то есть... Ну, он крючок, ну, это сейчас, а в начале января похолодало не только на улице, но и в диагностическом отделении Одинцовской областной больницы в Звенигороде. Причина банальна. Эксплуатирующая служба медучреждения к зиме подготовилась недостаточно хорошо. Отсюда завоздушивание системы отопления и почему-то выключенный насос. Неделю жители просидели в холоде, в шубах вместе с вашими коллегами. Вот какие оргвыводы вы сделали по итогам этого чрезвычайного происшествия? Сейчас поставим в коридорах пневматические конверторы, чтобы это глубоко пережить. У нас все-таки в коридорах холодно. Нет, сейчас тепло, но мы... Нет, сейчас тепло, почему все прекрасно, потому что дополнительно поставим. Кроме того, обещают пересмотреть регламент и организовать круглосуточное дежурство, чтобы оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации. Теперь мы говорим на опережение. Вдруг опять какой-то произойдет ЧП, с которым мы должны оперативно справиться и никого здесь не морозить. Вот мне нужен четкий конкретный план за вашей подписью. Попрошу его врача тоже завизировать этот регламент работы и взаимодействие с нами. Также глава округа осмотрел котельную, которая отапливает это медучреждение, а также ряд социальных объектов. Газовые котлы работают исправно, нареканий нет. Значит, все-таки основная причина произошедшего – человеческий фактор. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».